Кружок робототехники на базе школы номер 17 был основан в 2021 году. Ученики старших классов на занятиях собирают роботов из стандартного набора базовой и расширенной версии конструкторов Lego Mindstorm, а также на базе Android. Так, вот, соответственно, я дальше просто отсортирую в произвольном порядке. Ну, не буду загружать целиком. На этот раз ребята собирали робота-сортировщика, который является аналогом крупных складских роботов, где сортировка происходит по определенному признаку, например, по штрих-коду товара. Робот, которого собирают ребята, работает по такому же принципу. У них робот сегодня сложной конструкции, состоит из трех модулей. Первый модуль сканирует свет, второй осуществляет транспортировку. Вот эта конвейерная лента, которую собирает вторая бригада ребят. И третий модуль – это модуль непосредственно доставки, то есть подвижная конструкция, которая обеспечивает доставку нужного блока к нужной ячейке. Занятия по робототехнике позволяют ребятам охватить огромный пласт знаний, развить критическое мышление, навыки работы в команде, участвовать в олимпиадах и фестивалях. Варвара не так давно занимается робототехникой, но уже оценила пользу от занятий. Я занимаюсь робототехникой с 7 класса, это очень интересное занятие. Во-первых, это развитие моторики, а во-вторых, развитие вашего разума, и я считаю, это очень интересно. Это направление, оно очень сильно развивается, поэтому думаю, что буду продолжать изучать. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.